Здравствуйте, с вами ПМ Лазер. Сегодня короткий экскурс в историю. Или еще можно назвать, как не надо делать. Вот это одна из первых форм, которые мы делали. И она плохая. Вот сейчас хочу показать, почему и как. Как видно, что форма представляет из себя что-то цилиндрическую какую-то деталь, да? Есть два отверстия. Заливное, ну и вроде как дренажное. По задумке заливаем до тех пор, пока отсюда не пойдет колбаса пластика. И в принципе это даже работает. Но, конечно, какое-то серьезное давление запереть форму не получается. И деталь получается все время с усадкой. Эта форма сделана на токарном станке. Без участия ЧПУ, прочно, полностью на ручном, так сказать, управлении. Представляет из себя 4 детали. Это верхняя часть. Здесь получается по толщине дистанционная некая, ну там центровочная втулка, назовем это так. Внешняя часть и внутренняя. Ну это аналогичная штука. Вот здесь пароходы для пластика. Естественно, это нужно центровать. Как она закрывалась? Вставляем сюда что-нибудь. Ищем дырочку. Устанавливаем. Стягиваем, а потом отливаем. Ну, в общем, делали как могли. Но это неправильно. До свидания.